Проведешь лето с тетей Барб. Отсылаешь меня на лето? Что за клише? Так ты отсюда? Да! То есть, нет! Ладно. Ладно. Жуть. Спрячь это. Оторвемся? Отвезешь домой? Она так на меня посмотрела. Привет. Здоров. Мечтал тебя увидеть. Мечта сбылась. Не могу выбросить ее из головы. Что скажешь, если я возьмусь продавать? Что это? Это Zip. Чем больше людей это купят, тем проще будет моя жизнь. Давай продадим больше. Проблема в том, что мы толкаем мелочевку подросткам. Нужны клиенты, которые купят оптом. Ты не знал, как пользоваться бонгом, и теперь ты учишь меня сбывать траву? У меня есть то, что ты искал. Как мы поймем, что вы не копы? Хороший вопрос. Копы так не могут. Сядь. У нас будет столько денег, сколько мы никогда не видели. Они хотят еще. Ты еще не попадался за темные делишки? Дейзи, милая, сыграй что-нибудь праздничное. Это происходит каждым летом, когда воздух такой, что тяжело дышать, и ночи становятся длинными и бессонными. Когда ты мечтаешь о прохладе, знаешь, что это значит? Что это разорвет тебя на части? Невозможно удержать все сразу. Думаю, кое-что можно. Тогда приготовься, может быть больно.